Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие друзья, вы слышали сегодня чтение из Евангелия, где речь идет о том, как Господь был в пустыне после крещения в Иордане и как его искусил сатана. Но перед тем, как вот посмотреть это Евангелие, а также и апостольское послание, я хочу спросить сначала мальчиков, кто из вас хочет стать спортсменом? Есть такие? Иди сюда. Как тебя зовут? Елисей. А кем ты хочешь стать? Каким спортсменом? В гандбол играть. Во, интересно. А? Хорошо, тогда оставайся здесь с нами. А еще я хочу спросить девочек, есть среди вас кто-нибудь, кто хочет стать балериной из девочек? Вот, она хочет стать балериной. Как тебя зовут? Мирослава. Мирослава, замечательное имя для балерины, в самый раз. Очень хорошо. Вот смотрите, я хочу тогда спросить этих наших друзей. Смотрите, мы сказали, что в Евангелии мы видели, как сатана искусил Иисуса. Вот если мы смотрим, вот смотрите, нет, послание апостола Якова, здесь вот есть слово, одно слово, которое повторяется несколько раз, испытание. И другое слово, которое также несколько раз повторяется, искушение. Тогда я хочу спросить вас, что такое, давайте сначала, искушение. Кто знает? Даниил. Даниил знает, что такое искушение. Сейчас он нам объяснит. Искушение – это тогда, когда, ну, когда это, когда человека, человек это не хочет делать, а его это заставляют, а еще говорят, если ты это не сделаешь, то, то что-то там будет такое нехорошее. Понятно, это почти правильно. Это почти вообще-то хорошее определение искушения. Да, вот тебя заставляют делать что-то, что ты не хочешь на самом деле делать, потому что ты понимаешь, что это нехорошо, правильно? Но вот кто-то тебе советует, или вот это есть искушение. Притом совет это может быть внешний, ну какой-нибудь, допустим, другой, ну друг или другой человек тебе говорит, делай это, и ты понимаешь, что это нехорошо. Да? Или это искушение может быть даже внутри нас. Вдруг нам захочется делать что-то, и мы прекрасно понимаем, что это нехорошо. Да? Ну, не знаю, взять чужое, допустим, кого-нибудь обманывать, грубо отвечать. Мы понимаем, что это нехорошо. Но вдруг хочется. А это искушение. Правильно. А теперь же такое испытание. Кто нам скажет? Это немножко труднее. Вот девочка нам скажет, что такое испытание. А что такое? Знаешь? Но она хочет сказать, тем не менее. Испытание. А кто еще может сказать? Давайте попробуем. Испытание – это когда тебя испытывают. Когда тебя испытывают, тогда испытание. Да, абсолютно согласен. Очень хорошее синтетическое определение, что такое испытание. Смотрите, испытание и искушение, на самом деле, это очень близкие понятия. Настолько близки, что если мы читаем вот это послание в оригинале, а написано оно на греческом языке, здесь оба эти слова используются и переводятся на русский, одно слово как искушение, а также как испытание, а другое слово тоже и как искушение, и как испытание. Поэтому очень часто даже по-русски мы их используем как синонимы, то есть два слова, которые могут заменить друг друга. Что такое испытание, друзья? Это такая, скажем так, проверка. Вот, допустим, вы сейчас в школе, вам скажут, ну, через, может быть, несколько лет, у нас будет тест или тестирование, или потом еще экзамен. Что это такое? Это что-то сложное, но которое показывает, насколько вы выучили, насколько вы знаете то, что проходили. Вот смотрите, что здесь нам говорит апостол Павел. Он нам говорит о том, что вот третья строка.
Братья мои, всякий раз, когда на вашу долю выпадают различные искушения, считайте это для себя великой радостью. Вот как интересно. Мы сказали, это трудность. Это трудность. Но апостол говорит, испытайте великую радость от того, что есть трудность. Почему? Вот почему. Дальше он говорит, смотрите, он говорит о том, что вот эти испытания нам дают терпение. И вот терпение делает так, что мы станем зрелыми и совершенными, и чтобы не было у нас никаких недостатков. Вы хотите быть зрелыми? Хотите? Совершенными. Как хорошо, да? Вот кто хочет стать спортсменом. Вот смотри еще, как интересно. Дальше написано, блажен тот человек, который переносит испытания, потому что, выдержав их, он получит венец жизни. Знаешь, такой венец жизни? Это награда. Вот спортсмен, когда он победил, он получает что-нибудь, ну, не знаю, кубок, допустим, или медаль и так далее. Вот это и есть венец жизни. Да? Поэтому вот эти испытания, то есть трудности в жизни, они нам нужны для того, чтобы расти. Вот любой спортсмен знает, что надо тренироваться каждый день, правильно? Вот он знает, видите? Каждый день. А любая балерина знает, что вот надо повторять одно и то же движение сотни раз и тысячи раз, чтобы выучить, какое нужно терпение. А вот это и есть испытание. То есть трудности, но трудности, которые очень нужны, чтобы расти. Хорошо? А теперь давайте посмотрим, что написано в Евангелии. А в Евангелии мы видим, что Иисус подвергается искушениям. Вот я сказал, это либо кто-то, вот Даниил точнее сказал, кто-то нам предлагает делать что-то нехорошее, либо даже внутри нас какие-то голоса, да? Так вот здесь, смотрите, первое искушение. Дьявол говорит Иисусу, вот если ты Сын Божий, прикажи этим камням стать хлебами. Как вы думаете, мог Иисус это делать? Он мог превратить камни в хлебы? Мог. А почему он не стал это делать? Интересно. Он понял, что это плохо, вот она говорит. А знаете, почему он понял? Вот здесь написано, не хлебом единым должно жить человеку. То есть не только хлеб нужен для жизни, а что нужно? Всякое слово, которое исходит из уст Божии. Да? Конечно, хлеб тоже нужен. Правильно? Ну вот представьте себе, если он здесь написано сначала, что он, видите, он постился 40 дней, поэтому ему, конечно, хотелось кушать, правильно? Но вот он отказался делать это чудо. Почему? Потому что это было для себя. А он не хотел делать для себя, он хотел любить других. Да? Вот первое искушение. Когда у нас есть талант, способность это использовать только для нас, это неправильно. Потому что мы должны использовать для других, любить других. А вот второе искушение, это еще интереснее. Он привел его в святой город, поставил на край стены храма и сказал, если ты Сын Божий, бросься вниз. И вот ангелы тебя спасут, поддержат. Он не стал этого делать. Знаете почему? Потому что если бы он это делал, он заставил нас поверить. Вот мы бы увидели такое чудо, что мы просто вынуждены верить. А он уважает нашу свободу. Он не хочет, чтобы нас заставлять верить. Вот поэтому это второе искушение. А вот третье искушение, самое сложное. Третье искушение такое. Он показал ему великолепие всех царств мира и сказал, «Все это я дам тебе, если ты падешь ниц, и поклонишься мне, как Богу». И, конечно, он не стал это делать, потому что он понимал, Иисус, что есть только один Бог. Но вот искушение какое сложное. Все это я дам тебе. Представляете? Не просто какие-то маленькие подарки, а все. Все царства мира. Царство все равно его, потому что он Бог. Так? Да, правильно. Но вот эти царства, он почему не хотел царства мира сего?
потому что он считает, что не власть нужна, а любовь ко всем. И представьте, он сказал, если кто хочет быть первым, он должен быть последним. Если он хочет быть начальником всех, он должен служить всем. Вот это последнее, напомните, это последнее искушение, которое называется власть. Это самое сложное искушение. Вот когда вы вырастете, увидите, что в жизни бывают самые разные искушения, очень трудные. Но вот это последнее, власть, это сложнее всего. Вот, то есть понять, что мы должны не быть властными, а служить всем. Потому что так делал Иисус с нами. Хорошо? Если мы сегодня запомним вот это, то этого достаточно на сегодня. Аминь.